Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и хочу вам представить свою книгу. Это можно рассматривать как некую презентацию, или же превью, или как угодно. Не знаю, как правильно это называется, но одним словом книга. Это ее титульная страница. Название книги написано на японском языке. Почему? Потому что это поэзия, и эта поэзия называется хокку, или иногда еще называют его хайку. Наберите в браузере, на Википедии, посмотрите, что это значит. Это японская поэзия. И на самом деле, таких книг у меня выйдет три. То есть, вот вы сейчас видите картинку, том первый. Из японского вот эта фраза, собственно, переводится как русское слово идти, идти, то есть двигаться, другими словами. Это трехтомник небольшого размера, буквально карманный такой, который можно будет взять в дорогу. Первый, второй или третий том. Это том номер один. Книга полностью сверстана, подготовлена. Единственное, что идет процесс оформления, то есть как бы там дополняются и дополняют хокку определенного рода содержание картинки. И, соответственно, в каждом томе будет представлено 100 хокку. Всего их будет 300. И переводится это еще дополнительно к слову «идти», русскому слову «идти», как «капли дождя в ночи». Так вот это звучит. Кроме того, книга предваряет каждый том, в нем находится краткая аннотация, то, о чем я вам сейчас говорил. Вот здесь так это выглядит. «Идти», «300 ударов сердца» или «капли дождя в ночи». Буквально на следующей, на текущей неделе я уже договорился, отдам это в печать, издам небольшое количество экземпляров и, наверное, размещу эту книгу на своем сайте. В каком виде? То есть это первое издание, планируется, что это будет получить свое продолжение, имеется в виду, что будет три тома, в дальнейшем, возможно, другие какие-то тома, там четвертый, пятый, ну, как жизнь покажет. Значит, и, соответственно, я издам эту книгу. Здесь вот это описано. И предложу ее к свободной продаже, к свободной реализации через наш сайт. Ее можно будет приобрести и, соответственно, не в электронном виде, а в бумажном варианте. Стоит, я думаю, она будет не очень дорого. Посмотрю, сколько это обойдется в типографии. И чтобы купить расходы на издание, буквально сущие копейки. И буду предлагать вам для реализации. Надеюсь, эта книга будет вам интересна и полезна в некотором смысле. Сам бы я ее и никому бы не рекомендовал ее читать. Вот такая парадоксальная фраза. Читать эту книгу нельзя, она тяжелая. После прочтения буквально 10-15 хокку хочется залезть в петлю и вообще выбросить эту книгу и так далее. А может быть, кому-то она окажется полезной, как говорят сейчас в интернете, зайдет. «Идти», «300 ударов сердца» или «Капли дождя в ночи». Некий анонс, превью, как угодно. Буквально через несколько дней, я надеюсь, что я сниму живое видео, покажу вам это, как это будет оформлено. Будет три тома. Я знаю, что уже первый том будет красным цветом, обложка твердая. Второй том будет черным цветом, обложка твердая. И третьим томом будет белый том, обложка тоже твердая. Кроме того, сразу же можно говорить сейчас уже об этом, помимо того, что вы сможете прочитать мои произведения, мною созданные, мною выстраданные, вы посмотрите, там будет определенный текст непосредственно произведения хокку, будет там картинка к каждому хокку специальным образом подобранная. Кроме того, на титульном, на задней странице книги будет размещен QR-код. Этот QR-код будет вести на папочку на Яндекс.Диске, и каждая хокку, каждое произведение поэтическое, оно будет сопровождаться музыкальной композицией, очень интересной, на мой взгляд. Одним словом, мы используем, я же психолог, используем три способа донесения информации. То есть первое, это понятно, это чтение, визуальный способ просмотра информации, картинка, а кроме того, значит, это будет еще музыка, то есть аудиальное восприятие, сопровождающееся чтением каждой отдельной хокку, подобраны специальные композиции музыкальные.
так это будет выглядеть. Но не хватает, пожалуй, еще некоторых источников донесения информации, но на данный момент это текст, изображение и музыка. Так это будет выглядеть в конечном итоге. Музыка будет в свободном доступе, ее можно будет скачать, платить за нее не надо будет. Просто вы скачиваете этот архив, папочку с музыкальными композициями, и в процессе прочтения текстовых файлов, просмотра картинок, соответствующих этому текстовому файлу, хокку, произведению, можно будет слушать соотнесенную с ней музыкальную композицию. Вот такой вот превью, анонс, как угодно. На этом все. Благодарю за внимание и удачи всем!